Всем привет! Давайте сегодня будем рисовать Number Blocks. Number Blocks — это такой мультфильм про цифры. И сегодня мы нарисуем самый первый блок, это one или один. Давайте приступим. Можно нарисовать тут пока единичку. И будем рисовать вот такой вот квадратик. Number Blocks так и называется. Блоки с или квадратики с цифрами. Вот мы нарисовали квадрат, это будет наша единичка или one. Сейчас мы нарисуем вот тут ножки такие, как капельки, вот такие. И вторая ножка тут вот, вот такая. Давайте вот здесь так ручки мы нарисуем. Вторая ручка. Немного потлиннее получилось. Можно сделать ее поменьше. Немного сотрем. Сделаем поменьше вот здесь так. Отлично. Так, теперь будем рисовать глаз. Сначала нарисуем такой вот кружок, вокруг него еще один вот такой кружок, который у нас будет белый уже, и еще один такой. И еще у него здесь есть такая улыбка. И такие губки. Вот такой вот. Здесь можно опять стереть немножко. Нарисовать. Еще у него тут даже есть белые такие зубки. Вот. Это наша единица. Давайте обведем контур черным цветом. Вот такой. Единицы там в этом мультике очень веселые. Она везде прыгает, и все интересно. И оказывается, что единица есть во всех цифрах. Мультик очень интересный. Он на английском языке. Так что, если вы хотите подучить английский, хотя бы цифры, можете спокойно смотреть этот мультфильм. Отлично, оставим так. Вот здесь так. Давайте тоже обведем. И зубы тоже обведем. Так, и теперь нам нужно его закрасить в красный цвет. Единичка у нас красного цвета. Так, вот здесь у нас будет все красное такое. Даже ручки красные. Мы немного потом их затемним. И ножки тоже красные. Берите фломастеры или карандаши и спокойно вот так его закрашивайте. Хотя его можно весь вот тут, даже этот кружок можете красный цвет сделать, но если у вас есть темно-красный, лучше вот этот кружок, конечно, закрасьте в темно-красный. И также с губками. Сейчас я добавлю, может, фиолетовый, чтобы выделить их. Так, вот здесь внутри тоже можно. И
добавить черного. И теперь немного здесь красный у нас ушел. Сделаем поаккуратнее. И давайте я возьму, может, фиолетовый. Просто чуть-чуть. Ножки чуть-чуть поменяем. И вот этот. Вот такой станет он потемнее немного. И вот тут. Вот такая у нас получается единичка. Что интересно, там нолик не показан, он просто присутствует в других цифрах. Всем спасибо. Обязательно посмотрите этот мультфильм. Пока-пока.